вам секрет приготовления. Яичницы куриные с приправой обалденной. Значит, мы готовим еду, я беру сковороду, потом на сковороду эту мать курицу кладу, потом туда нагрузку ей подсолнечного масла, еще немного перца и протертой сырной массы, еще воду морковки и покрошилочку, а чтоб не вышел запах, можно врезать коньячку. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что там лето, где же яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях поле закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются. Яйца они в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца бесцветны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца взапрели, лишь бы они не подгорели. Yeah, I know you.